Год семьи в России, год семейных династий в Мордовии. В краеведческом музее имени Воронина не оставили это без внимания и торжественно открыли выставку художников. Три поколения творческих людей – Малик, Руслан и Булат Ямбушева – представили свои 43 работы. Малик Нитфулович – основатель династии. В его картинах история Мордовского края. Достопримечательности, улицы, дома, скверы и даже места, которые уже невозможно увидеть сейчас. Люблю свой край. Родную Мордовию. Я родился в селе Татарская Тамла. В 5 лет мы переехали в Саранск, и с тех пор я живу в Саранске, коренной житель. И все я видел, как город у нас строится, перестраивается, старые какие-то улицы, дома сносят. А я все это видел и запечатлевал, делал наброски, эскизы и много писал. И это все запечатлил. Малик Ямбушев признается, он горд тем, что сын и внук пошли по его стопам. С самого детства Руслана и Булата окружало творчество. Они ходили на пленэры, наблюдали за работой в мастерской и интересовались искусством. Руслан Ямбушев закончил художественную школу, училище и Суриковскую академию в Москве. Да, мне очень приятно, что вот так удалось нам семейным тесным кругом выставиться. Приятное ощущение, вот, хочется как бы и сына показать работы, и свои. Вот, к сожалению, много работ, ну, как бы мало работ вошло наших, вот, ну, ничего, вот у нас за нас папа отдувается. Вот, а так, конечно, радостное событие для художника всегда персонально, ну, как бы персональная выставка, она всегда как бы очень значима. Самый младший из династии – Булат Ямбушев. Ему всего 11 лет, но он уже понял, что ему тоже нравится рисовать. На выставку ему не удалось приехать. Сейчас он проходит подготовительные курсы в Московской центральной художественной школе при институте имени Сурикова. Поэтому он уверенно развивает свои навыки и планирует стать профессионалом. Юный художник не только мотивируется примером дедушки и папы, но и сам вдохновляет родных на творчество. Конечно, я с удовольствием. Он все на лету хватает. Вот. Мы даже пишем этюды, он уже у него свое видение, свой взгляд. Он как-то иначе немножко, более как-то уже как-то по-другому на это смотрит. У меня более классический, а он уже какие-то уже такие выходки, уже такие более такие непонятно, откуда это все идет. Поддержать семью художников пришли коллеги, ученики и любители творчества Ямбушевых. Благодаря таланту, передающемуся из поколения в поколение, жители республики смогут видеть еще больше картин выдающихся уроженцев Мордовии. Ксения Бебинова, Александр Зюзяев. Наши новости.